продажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы и вытрезвители, есть аптеки и есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Герой или Сережей или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бани есть и министерство, институт, где лечат сердце, помещение для капусты, но детей там не дают. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Thank you.
домой мы тебя привезли, крохотный житель огромной земли. Стань человеком. Ты, улыбаясь, в коляске лежишь, радостно нам и тревожно, малыш. Стань человеком. Стань человеком. Все имена нам пришлось перебрать, чтобы одно для тебя подобрать. Стань человеком. С тем, кто слабее тебя, не дерись. Всем, что имеешь, с другими делись. Стань человеком. Стань человеком. Новых домов поднимай этажи, и штурвал самолета держи. Стань человеком. Выбери в спутники верных друзей, сделать счастливым кого-то сумей. Стань человеком. Стань человеком. Вот и домой мы тебя привезли, крохотный житель огромной земли. Стань человеком. Ты, улыбаясь, в коляске лежишь, радостно нам и тревожно, малыш. Стань человеком. Стань человеком. Мы над тобою склонились, любя, очень надеемся мы на тебя. Стань человеком, стань человеком, стань человеком. Стань человеком. Thank you.